Всем привет, ребят, с вами Тайтл, это у нас, говорится, цветная карта паркура, говорится, начинаем сразу же, я тут, говорится, будем с миском проходить, почему бы нет. Так, окей, левел 2, нам бы первый, вот первый уровень, окей. Говорится, стекло, ну, я думаю, я это пройду. Опасно, опасно, тихо, а вот это что такое? Опа, вижу, куда нам надо, окей, это отлично. Ну чё, пробуем. Я не знаю, что это за хрень, говорится. Как... Опа, слаймы вижу. Ага, надо на слайм, наверное, и... О, всё, господи... Нет! Блин, что за... О, господи, это будет долго. Что-то мне подсказывает. Бамс. Отлично. Тихо, блин, думал, не то прыгну. Господи... А, начинается. Все, говорится, тихо, спокойней. Если что, говорится, еда есть. Мы опять не допрыгнули, говорится, почему-то. Непонятно. Тут по уровням, кстати, сколько уровней, я вот не знаю. Давай, допрыгни, пожалуйста. Да почему так плохо прыгаешь-то, господи? Говорится, прыгни получше, пожалуйста. Алло, алло, игра. Все. Тихо. Да блин, что такое? Что не так? Блин, я же пробел держал, все, я понял. Я понял, что не так, говорится. Я понял, это слишком поздно. Окей, все, прошел. Окей. Первый уровень пройден, это было изи, я вам скажу. Если бы, говорится... Я не спешил, я бы вообще мог с первого раза пройти. Блин, ступеньки вот эти, ненавижу их просто. Как же я ненавижу ступеньки. Точнее, лесенки, господи, какие ступеньки. Да... говорится, вы видите, за что я их ненавижу? Вы... Ну вот, говорится, можете лицезреть. Почему, за что? Так, окей. Нам говорят, туда иди. Но тут вроде просто... Только, говорится, непонятно, куда идти. Откуда мы можем допрыгнуть, смотрите. Ну, вот отсюда, да? Я, правда, никогда не пробовал. Блин, вот этот уровень будет самым долгим, 100%. Да прыгни ты, пожалуйста, господи. Пробел, нажмись. Да, блин, я просто... Ладно. Да что такое? Алло, игра, что с тобой? Да опять, блин, спокойно, все, проходим, говорится, на какой-то фигне, а почему я не долетаю, я не могу понять, я же с первого раза в тот раз долетел, я почему-то не долетаю, я не могу понять, почему, как еще раз, да не долетаю я почему-то, алло, игра, с тобой все нормально. Похоже, что... Ну почему, господи? Алло! Так, давайте, ладно. Сюда, допустим, я сюда прыгаю. Потом сюда. Ну там уже будет легко. Вот это вот. Ненавижу просто. Вот здесь я буду много падать, говорится, предупреждаю сразу. Меня ждет... Ну вам-то я, конечно, все вырежу. Вы-то это все не увидите, говорится, все часы мучений. Спокойно. Все часы мучений, которые я трачу. Да он не хочет прыгать почему-то. Я не знаю, может как прыгать. Ну-ка. Нет, вроде нормально прыгал. Не знаю. Я не знаю. Спокойно, говорится, второй пробел. С ним тоже надо, говорится, поосторожней. Не, да блин, а как? Алло. Так, ладно, говорится, прервемся на секундочку. Так, ребят, я уже здесь. Делаем вот так и проходим. Все, на изи. Теперь вот так. Отлично. Теперь, говорится, начинается вот это вот. Тихо. Подпрыгни, пожалуйста. Господи, почему? Ладно. Так, все, смотрите, где я, говорится. Угадайте, где я? Блин, я помню, как-то это проходил в спиральном паркуре.
Блин, там что-то с КТРЛ. Так, ребят, смотрите, говорится, дубль 2. И, отлично. Так, буст. И где здесь буст? Опа, а, разбег. Как? Так, ребят, я прошел, говорит, и запрыгнул, это было очень сложно, но, как видите, я сделал это. Так, левел 3, давайте. У нас такое быстрое прохождение. Сверхбыстрое. Сверх, говорится, сложное на самом деле. На самом деле, говорится, нифига не быстрое. Так, куда дальше? Сюда нет. Вот туда, наверное. Так, а вон выход, наверное. Окей. Блин, а тут слайм. Чё? Чё делать? Алло? Куда идти? Ну, давайте на слайм попробую. Ать, и... Вот, а я не попаду. Да, я не попадаю на слайм. Не, блин, бессмысленно. Куда тогда надо-то мне? Алло. Давайте сюда. Да, по-моему, можно забраться. Смотрите, по-моему, можно. Не знаю, говорится, точно, но... Блин, рано прыгнул. Рано. Говорится, еще раз дубль 2. И... Опять рано прыгнул, господи. Забиваюсь, говорится, извините. Вот. Или нельзя вообще сюда? Я вот не знаю. Блин, а как тогда? Чего со слаймом? Или вот сюда тут тоже слайм? Да, тут тоже слайм, окей. Что тогда делаю? Я вот не могу понять. Давайте туда, на тот слайм попробую. Так, вот так. Ну, сюда я, по-моему, не допрыгиваю. Никак. А, не-не, допрыгиваю, окей. Тогда вот так, теперь вот так. Блин, тут вот железяки эти стоят и мешают. Что с ними сделать, не поймешь. Тык, и... Блин, опять, ну... Ах, помешало это. Это... Ну что это за блоки, эй? Спокойно, говорится, лагаем. Что происходит? Карта не хочет, чтобы мы ее прошли. Так. Вот так. И... Нет, так у нас не отпружинивает так как надо. И что куда тогда? Алло. Что делать? Я не понимаю, что делать. Вот в чем проблема. Я не понимаю, куда идти. Ладно бы я понимал, говорится, и не мог. Но я не понимаю. И не могу. Говорится, это в разы хуже. Я все-таки думаю, что мне вот сюда. Опа, да. Смотрите, и... и толку, говорится, то, что я здесь. Я же сюда не заберусь уж точно. Но даже можно не пытаться, блин. Ну, тогда только вот сюда. И вот туда. Отсюда вот так. Вот так на слайм. Ага, все, я понял. Наверное, понял. Я не уверен точно, но, по-моему, я понял, говорится, что делать. Так, еще раз пробуем. Да, блин, а что такое? Заберись, пожалуйста. Даже на первый блок, говорится, как я могу говорить о втором, если я не могу запрыгнуть даже на первый блок? Так, там надо как-то покасательный. Чтобы больше разбег. Я приземлился, блин, я не помню, на какой блок я приземлился. Ну, блин, почти. Ты, кажется, уверен, это последняя попытка. Да, кажется, я прав, окей. Ну, вот сюда. Да, блин, ну, железяки мешают, это просто... Я же, кажется, так буду проходить полдня и полночи. Так, и не... Ой, кажется, я что-то сломал. Как мне выпрыгнуть? А, все, отлично. Отлично. Фух, я думал, я что-то сломал. Тык. Крицы, не повторяйте этого. Тык. Блин, сложный уровень, реально сложный. Что же делать? Ладно, давайте, короче, запрыгну, включусь и уже посмотрим. Ребят, говорится, дубль 2, я надеюсь, я не зафейлю. И... Вы серьезно? Нет! Добанный слайм, господи. А, за что? И дубль 5. Победный, я чувствую, да.
Фух, я сделал это, ладно. Всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем спасибо, всем пока.